Всем привет! Это видео-версия сайта Tarantas News. И прямо сейчас расскажу вам о спецавтомобилях на базе «Лада». АвтоВАЗ показал линейку спецавтомобилей «Лада», основное количество из которых представляют собой различные модификации «Лада Ларгус». Самой известной из этих моделей является «Лада Ларгус CNG», которая способна работать на метане и тем самым троекратно снизить затраты на топливо. Сначала отметим автомобиль для медслужбы на базе штатного кузова. Его оборудовали местом для лежащего пациента и двумя сиденьями для медперсонала. По аналогичной схеме также выпускаются медицинские автомобили на базе внедорожника «Лада 4х4». Автомобиль скорой медицинской помощи класса А на базе «Лада Ларгус» отличается увеличенным задним свесом и высотой салона. В нем также предусмотрено место для лежачего пациента и три сиденья для медперсонала. Плюс ко всему, в салоне имеются ниши для размещения и хранения оборудования, разъемы для электроснабжения, а также дополнительная система вентиляции и отопления. «Лада Ларгус» для перевозки людей с ограниченными возможностями имеет салон с увеличенной длиной и высотой. Имеется складная аппарель для возможности закатить пассажира непосредственно на коляске. Для второго пассажира в передней части салона установлено поворотное кресло, а его коляску можно перевозить за вторым рядом сидений. Такой «Лада Ларгус» выпускается как в варианте для перевозки взрослых пассажиров, так и в варианте для перевозки детей. В последнем случае модель имеет желтый цвет кузова и оснащается оранжевыми маячками. Особая «Лада Ларгус» для кинологической службы отличается спецокраской кузова и особым оснащением багажника, где предусмотрено два отсека для перевозки животных. Также багажник имеет отдельную климатическую систему для комфорта тех самых животных. Такой спецавтомобиль актуален и для ветеринарной службы. Отдельно отмечается, что для всех спецверсий «Лада Ларгус» сохраняется изначальный показатель максимальной массы, что позволяет использовать заводское шасси. Таким автомобилем можно управлять при наличии водительского удостоверения категории «Б». А кроме того, на них не распространяется запрет на въезд в закрытые для грузового транспорта зоны. Кроме специальных моделей на базе «Лада Ларгус», были продемонстрированы два пикапа полурамной компоновки на базе «Лада Гранта» и «Лада 4х4», у которых задняя рессорная подвеска позволяет значительно повысить грузоподъемность автомобиля. У меня пока все. Больше новостей ищите на нашем сайте tarantas.news. Пока!